Привет, друзья! Меня зовут Лиля. Я сейчас нахожусь в Турции. Регион Белек, поселок Богазгент. Мы остановились в отеле Sensitive Premium и сейчас прогуливаемся по этому населенному пункту. Мы любим погулять пешком, поэтому это мое видео. Это обзор для вас этого поселка. Отелей здесь сложилось такое впечатление, что немного. Здесь большой частный сектор. Прогуливаемся пешком, рассматриваем окрестности. В общем-то, нам здесь нравится. Пришли к выводу, что этот населенный пункт не для молодежи. Здесь очень тихо. Молодежи здесь будет скучновато. А семейным парам или тем, кто с маленькими детками, здесь может понравиться. Вашему вниманию видео. Поселок Богазгент, Турция. Пройдусь. Торговые ряды в Богазгенте. Отель Сиам, скверик. Дальше еще идут отели один за другим. Вот такое великолепное дерево. Вот это акация, я понимаю, я ее узнаю. А вот здесь, рядом с акацией, великолепное дерево. Цветы, трех- или четырехцветные цветы, очень похожи на орхидею. Я для себя его назвала орхидейное дерево. Я им любуюсь. Как называется, не знаю. Вот очень красивый кустарник. Ароматный. Мы прогуливаемся по Богазгенту. Приближаемся к большущему отелю Альвадонна. Это пятизвездочный отель. Но он, я так понимаю, и дороже, и уровнем получше, чем наш Sensitive. Прогуливались по Богазгенту, пришли на гольф-поле. Здесь секция для деток. Нам здесь работник продемонстрировал, как играть в гольф. Интересно. Вообще регион Белек славится своими полями. Приветливо нам тут все рассказывают, показывают. He
Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played ten, he played knick-knack once again with a knick-knack pennywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling Получается, возле отеля есть дорога, шоссе. Она неоживленная, то есть она нам совершенно не слышна в нашем номере, спать, отдыхать нам не мешает. И остановки. На остановках есть расписание. С одной стороны дороги, если вы сядете в автобус, вы поедете в Белек, а с другой стороны дороги, если вы сядете в автобус, то вы поедете в населенный пункт Сирик. Друзья наши ездили в Белек от отеля, от Багазгента до Белека, 3 турецкие лиры они платили в автобусе. Вот я сейчас прогуливаюсь вокруг нашего отеля. Вот такие вот красивые дома. Как бы эти дома по своей архитектуре объединены в такие комплексы, поселки небольшие, которые огорожены одинаковым забором. Мы так поняли, это как садовое товарищество, потому что каждый из них имеет свое название, написано какое-нибудь название, и Ситеси, вот это вот Ситеси, это переводится как городок, то есть внутри поселка Багазгент много таких вот городков. Мы так поняли, это садовое товарищество. И еще очень много пустырей, то есть еще очень много таких вот неосвоенных территорий. Таких, может быть, там даже какие-то такие, мы видим болотные растения, такие как камыш. Знаете, кажется, что здесь какие-то водоемы, наверное, такая заболоченная территория, поэтому она и не застроенная. Вот справа от меня частный сектор, дома, а слева вот отель. Наш отель Sensitive Premium. А вот здесь я сейчас буду проходить блок D. Я уже ориентируюсь. В отеле 5 блоков А, Б, С, Д, Е. И я уже не путаюсь и понимаю, что вот мы живем в этом блоке. И вот такой вот вид у меня из номера. Вот в частном секторе в основном все такие благоустроенные участки с газонами и с розами. Здесь хорошо растут и цветут розы. Вот такая красота. И плодовые деревья. На деревьях цитрусовые лимоны, апельсины, абрикосы сейчас у них уже зреют, мандарины. Падают с дерева, валяются под деревом. Нам это интересно и удивительно. Вот такие красивые розы. Смотрите, какой оранжево. Такой оранжево-персиковый цвет. Красота. В общем, я так понимаю, что это частный дом, находящийся близко-близко к отелю. Десятое мая, плюс 21 градус, ветерок, свежо, прохладно. Пойду к пляжу, посмотрю на море. Не уверена, что мне захочется там находиться, на пляже. Возможно, я начну замерзать и быстренько оттуда уйду. Гуляя по поселку Багазгент, смотрите под ноги. Вертите головой во все стороны, ну и смотрите под ноги. Хотя здесь все тротуары достаточно широкие и с тротуарной плиткой, но они неровные. То горбик, то ямка. В общем, можно споткнуться и расквасить нос. Поэтому
аккуратненько. По сторонам смотрите, но и контролируйте, куда вы идете. Это я прохожу непосредственно возле отеля, но по всему населенному пункту такая кривая дорога, кривые неровные тротуары. Прогуливаемся в вечернее время. Со стороны отель выглядит очень привлекательно. Переливается разными цветами, а на крыше словно приземлились тарелки с инопланетянами. Красиво. Вокруг тишина, сверчки, лягушки. Тихо, спокойно.